совсем еще девчонка, чуть постарше своих выпускников, учеников, учительница, проводница наша, вела нас по ступенечкам веков. И столько интересного у нас было. Ей действительно, ей вот от Бога, видимо, было дано быть учителем. Она могла кем угодно стать. Вот, ей предлагали жить в Москве, ей предлагали преподавать в институте. Она никуда не пошла. Она осталась в своей родной школе. Она очень много выступала у нас в обществе, мы ее к себе приглашали. Никогда не отказывалась по голосу, по манере, по разговору. Просто впечатление получила огромной силы от слов этого человека, надо сказать, без всякого преувеличения. Вот уже мы сейчас прослушали воспоминания Натальи.